В Тюмени открылся 7-й международный фестиваль документального кино «Кинза». Его организаторами по традиции выступил Тюменский государственный институт культуры. За 4 дня зрители и гости фестиваля увидят лучшее мировое и российское кино в жанре современной документалистики, обсудят увиденное на открытых показах и познакомятся с режиссерами нашей страны и ближнего зарубежья. На этот раз «Кинза» подготовит зрителям 97 документальных картин. Их представят документалисты Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Перми, а также Тюмени и Тюменской области. Почетным гостем фестиваля станет всемирно известный армянский режиссер Артюн Хачатрян. Мы считаем, что именно через документальный сюжет, через документальный фильм можно поднять и затронуть такие темы нравственного воспитания, формирования личности, взаимодействие человека с окружающим миром, что есть добро, зло. Вообще наш фестиваль начинался с показа на большом экране фильмов, созданных очень талантливыми режиссерами, авторами, операторами ГТРК «Регион Тюмень». Традиционно мы показываем фильмы, а еще мы покажем фильмы-победители первого всероссийского фестиваля телевизионного документального кино «Россия Док-кино Тюмень-2016». На фестивале представлены фильмы КТРК «Регион Тюмень», «Сибирский генералиссимус» Анатолия Амельчука и Людмилы Борисовой, рассказывающие о судьбе легендарного полководца Алексея Шейна, и «Бюро памяти» Александра Лищенко и Людмилы Борисовой, о 7-миллионной елутровской картотеке, содержащей сведения о погибших и пропавших без вести солдатах Первой мировой. Фестиваль будет проходить в течение 4 дней. Главной площадкой кинопросмотра по традиции станет концертный зал Тюменского института культуры. Кроме того, просмотры документальных фильмов будут проходить в информационно-библиотечном центре для молодежи, в библиотеке на улице Олимпийской, главном зале областной научной библиотеки имени Менделеева и малом зале Тюменского драматического театра. Маргарита Чекунова, Иван Васинович, Новости культуры.